Спонсор рубрики «Что есть?» – Пермский мясокомбинат. Производитель вкусной и качественной продукции. Пермский мясокомбинат. Для своих стараемся. Дать на орехи в исконном понимании этого фразеологизма значит получить чего-то хорошего или плохого в избытке, сверх меры, на особицу. Надо ли говорить, что и сами орехи особенные? К примеру, фундук – явно тюркское слово, но и славянский аналог имеется – лещина. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, рассуждаем о фундуке, думаем о пользе. И счастье! Не знаю, как у вас, а у меня этот крепкий орешек крепко ассоциируется с песнями Карла Готта и великолепной Золушкой. Ну, вспоминайте же, три орешка для Золушки. Замечательная сказочная интерпретация нашего детства насчет справедливости. Попелка, а именно так по-чешски Золушка, и сама по себе любима небом. Добра, красива, трудолюбива. Но если б не случай, он же орех, фундук, лещина. Что бы было? Ничего сказочного. Ну а на деле? На деле на сегодняшний день под словом фундук значится масса разновидностей плода этого благородного дерева или кустарника, известного человечеству испокон веков. Так в Древней Греции и еще его считали символом благополучия, в Риме наделяли способностью возвращать силы и здоровье. Лещина разнолистная, понтийская, ломбардская, обыкновенная. Но нам важнее свойства заветного орешка. Калориен – это да, в 100 граммах орехов содержится до 700 килокалорий, фундук в несколько раз питательнее хлеба, шоколада, молочных продуктов. Однако, согласитесь, далеко не все измеряется возможностью похудеть или потолстеть, переев. В фундуке много высокоценных жиров, до 70%. Глицероиды стеариновой, олеиновой и пальмитиновой кислот пусть сложно усваиваются слухом и на вкус трудно определяемы, зато защищают нас от сосудистых заболеваний, препятствуют росту холестерина и зверски необходимы растущему организму. И вкупе это звучит жизнеутверждающе. Фундук полезен и взрослым, и детям. Более того, специалисты рекомендуют включать фундук в диеты, которые учитывают такие серьезные заболевания, как тромбофлебит, варикоз, малокровие. Но стоп, давайте заменим эти грозные слова обычным перечнем обычных продуктов, которые необходимы для исполнения оригинального блюда, которое уже одним вкусом может доставить радость. О вкусах, конечно, не спорят, но присмотритесь. Ореховая паста с грибами. Шампиньоны очистить и нарезать. Обжарить вместе с луком на сливочном масле. Добавить рубленые ядрышки фундука и сливки. Прогревать до тех пор, пока соус не загустеет. Посолить, поперчить, добавить отваренные спагетти. Подавать немедленно с зеленью и тертым пармезаном. Упадок сил, апатия, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют хотя бы 10 ядрышек фундука в день, и через неделю вы будете в форме. Уж таков он, волшебный орешек, способен сказки, даже про Золушек, сделать былью. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Приятного аппетита и крепкого здоровья. Пока!